Досрочный этап государственной итоговой аттестации для школьников стартует уже завтра. Сдавать госэкзамен будут выпускники прошлых лет. Пройдет он в 5 пунктах. В Дагестане заявлено около 1500 участников. Вопросы готовности региона к проведению досрочного периода ГИА 2019 обсудили в ходе онлайн-совещания Рособорнадзора и Министерства образования региона. Участие в нем приняли начальники управления образования муниципалитетов, организаторы ЕГЭ, а также руководители пунктов проведения. Отмечу, что досрочный этап стартует с экзаменов по географии и литературе и продлится до 10 апреля.